туча. Третья подмена воды. Вот уже сом на издыхании лежит. Усы отпали. Все отпало в него. Один остался большой. Он лежит аж там, висит в этом. Липучка, который. А которые усами шевелят, все подохли. Очень печально. Вообще печально. Сейчас заливаем. Последний раз воду. Третий раз подмена. Вот это кто выжил. Кто наблюдал перед этим, было тоже погано все. Ну, стало еще хуже. Лекарство, которое мы заливали. Вот это вот. Ну, короче, думаем, что вот эта болезнь неизлечимая очень. Вот они опять все пузырями. Некоторые покрылись. Вот она, пузырчатый барбус уже. Вот такой вот. Ну, тоже думаем, что погибнет весь наш террариум маленький. Ну, не знаем еще, что будет с тем сомом большим. Но один тот уже плавал кузом. Сейчас подменим все. Включу еще. Короче, выливаем последнюю жижу. Мутнячок наш. Лекарство типа, которое ни хера не помогает. Почему-то. Ну, на всех барбусах, плавников. Вот этот только красавчик остался. Большими плавниками. Ну, тоже его уже шпилит. Хочется его почесаться где-то. Ну, вот от аквариума осталось вообще ничего. По сравнению с тем, что было. Болезнь побеждает. Почему так происходит, никто не... Может, кто-то напишет. Может, у кого-то что-то такое происходило. Как быть, как бороться. У нас так погибают все. Залили, короче, воды до краев. Убирать не будем, то что все равно придется что-то еще опять делать. Такая вот пустышка осталась у нас. После того, как было, всех много. Карантин продолжается. Сейчас покажу. Два меченосца осталось. Один красный. И второй где-то был еще. Да, они в бульбочках таких. Как манка называется. Им придет тоже уже скоро. Капец. Да это он такой красивый. Весь в манке. Угу. Короче, от аквариума остается вообще очень всего мало. Вот так вот. Все, пишите, если кто-то что-то знает. У нас произошло именно так. Вот это сом, который с усиками последний умирает. Вот это у него усы такие. Были длинные усы, он ими шевелил, разгребал все. А сейчас он торчит. Усик белый, которая все отогнила. Угу.
на котором вообще усика уже нет. Он уже еле шевелит своими усами, которых нету. Жалко рыбок. Так вот тут происходит.